Глава Люберец совершил объезд округа вместе с сотрудниками администрации. По ходу проверки Владимир Волков давал поручения своим коллегам. Подробности далее. Маршрут начался с проверки строительства новой школы в поселке Красково. Уже в 23-м году в ней будет учиться более 1000 детей. Глава проверил ход работы и сроки их выполнения. Далее по маршруту аллея у дома 1 по Егорьевскому шоссе. Выехали туда по просьбе жителей. И по поводу ее содержания сейчас у нас большие проблемы. Потому что, во-первых, УКБ сейчас там вроде бы как убирает, ну там чистит, да, и подкрашивает. Но и зима, когда настает, деньги не выделяют. Соответственно, здесь большие трудности. Да. На моральном уровне. В чем проблема? Почему не принимаем, не передаем? Во внимание участников объезда попала и набережная Красковского карьера. Здесь во время дождя или оттепели вода с бульвара спускается вниз и размывает насыпные стены. Владимир Волков поручил устранить эту проблему в ближайшее время. Вот он застройщик. В этом году уже надо начать что-то сделать. Либо трубу пластиковую вложить, либо, не знаю. Проверили железнодорожную станцию Ухтомская. За 3 года из-за перехода в неположенных местах тут погибли 8 человек. Забор, чтобы сегодня был поверху наделан, чтобы ягоза и все остальное. И вот эти профнастилы с той стороны, как положено, как везде, сделайте едино. И солидолом обмажьте все, чтобы не было никаких там попыток облезть. Глава округа осмотрел прилегающую к эстакаде Мальчики территорию. Люберчане жалуются на плохое содержание и редкую уборку мусора. Владимир Волков поручил заняться этим вопросом профильных специалистов. А финальной точкой маршрута стал Центральный парк. Для нас очень важны все поступающие предложения от жителей. Прошу также быть всех активными, давать те предложения в любых социальных сетях, абсолютно во всех точках доступа информации. И мы максимально будем стараться реализовывать те задумки самих жителей, которые приходят к нам. Выездная комиссия обсудила варианты украшения Центрального парка к предстоящим новогодним праздникам и расположение там катка. Луиза Егиазарян, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.